Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 730. Существуют такие тройки чисел А, Б и С, что А в квадрате плюс Б в квадрате равняется С в квадрате. Например, 6 в квадрате плюс 8 в квадрате равняется 10 в квадрате. Проверьте. Давайте проверим. 6 в квадрате плюс 8 в квадрате должно равняться 10 в квадрате. 6 в квадрате это 6 умножить на 6, или 36. 8 в квадрате это 8 умножить на 8, или 64. 36 плюс 64 будет равняться 100. А 100 это 10 в квадрате, потому что 10 умножить на 10 это 100. То есть действительно равенство у нас выполняется. Обладают ли такими свойствами тройки чисел? Пункт А. 7. 24 и 25. То есть нужно проверить. 7 в квадрате плюс 24 в квадрате равняется 25 в квадрате. 7 в квадрате это 7 умножить на 7 или 49. 24 в квадрате. Можно посмотреть по таблице квадратов, чему это будет равно. Вот такой вот таблицей квадратов воспользуемся. Чтобы найти, чему равняется 24 в квадрате, нужно по вертикали посмотреть десятки, то есть вот оно 2, по вертикали единицы, то есть по горизонтали единицы 4. И на пересечении 2 и 4 будет стоять квадрат этого числа, числа 24, 576. Давайте выполним сложение 576 плюс 49. 6 плюс 9 15, 5 пишем 1 двумя, 7 и 4 11, и 1 двумя 12, 2 пишем 1 двумя, 5 и 1 двумя 6, 625. Ищем, есть ли число 625 в таблице. Вот оно и есть, и стоит на пересечении двойки и пятерки, то есть 625 это 25 в квадрате. Значит, для тройки чисел 7, 24, 25 свойства А квадрат плюс Б квадрат равняется С в квадрате выполняется. И пункт Б. Нужно проверить для тройки 20, 21, 29. То есть проверить 20 плюс 21 в квадрате, будет ли это равняться 29 в квадрате. 20 в квадрате. Это 400. 21 в квадрате. Давайте найдем 2. Вот 1, 21, 441. 441 плюс 400 это будет 841. И у нас есть такое число в таблице. 841 стоит на пересечении двойки и девятки. Значит, 841 это 29. Квадрате. Тоже выполняется это свойство для тройки чисел 20, 21 и 29. Попробуйте найти еще такие тройки чисел. Например, тройки чисел 3, 4 и 5 будут обладать такими свойствами. Давайте проверим. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. 3 в квадрате это 9, 4 в квадрате это 16, 9 плюс 16, 25, а 25 это 5 в квадрате. То есть мы получили тройку чисел 3, 4 и 5. Также таким свойством обладают тройка чисел 15, 20 и 25. Давайте проверим. 15 в квадрате плюс 20 в квадрате. 15 в квадрате это 200, 25, 20 в квадрате это 400. 225 плюс 400 будет 625, а в пункте А мы уже с вами проверяли, что 625 это 25 в квадрате. То есть еще одну тройку нашли, 15, 20 и 25. Вообще таких троек существует очень большое количество, но все перечислять мы не будем. Достаточно, что привели еще два примера, помимо тех, что вот в самом задании указано. Выполнили задание 730. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.